Наличие антисептических средств, соблюдение дистанции, масочный режим и работу системы QR-кодов проверяют участники муниципальных групп. Мы в программе не раз говорили о их работе, и вот рейды приносят первые плоды. Нарушения стали встречаться реже. В ходе очередного рейда по двум точкам общепита нарушений выявлено не было. Проверка показала, что QR-коды у посетителей проверяются, трудовые коллективы привиты, санитарные нормы соблюдаются. Все сделали из этой двери, борются, даже все меры необходимые принимаем. Рейды продолжатся до конца года. Их главная цель – сдержать рост заболеваемости. Добросовестное отношение предпринимателей и посетителей общественных заведений Губкинского к соблюдению антиковидных мер и выполнению требований постановления губернатора позволит избежать штрафов за нарушения и сохранить здоровье горожан.